Тюменском районе подсчитали численность домашнего скота, и цифры приятно удивили. Больше 3000 крупнорогатых и свиней, около 50 тысяч голов разной птицы. Свой вклад в итоговый результат внесло и село Горьковка, где еще 10 лет назад почти не было крупнорогатых. Зато теперь жители вновь начали держать домашних животных. Подробности у Инны Михайловской. Я тебя подерусь. Это не яички у нас. Сидят, несутся. Можно пожурить, можно похвалить. Обычные куры привносят в жизнь хозяйки разнообразие. Когда в дворе живность, то даже болеть некогда, считает Анастасия Виноградова. А домашние птицы и вовсе особых забот не требуют. Накормить да напоить вовремя. Да нет, не тяжело, дочь. Наоборот, лучше. Ты о них заботишься, это на душе приятно. Я этот год хочу уток еще приобрести. Ну, а так поросята уже не стала, держала. Свиньи, все. Ну, уже тяжеловато с ними. Вот. А уточек хочу еще. Сельский уклад жизни, когда во дворе обязательно есть живность, в начале 2000-х стал непопулярен. И в Горьковке тоже. В селе крупное предприятие, значит, у людей есть работа. Плюс город рядом, всего 8 километров от Тюмени. Дошло до того, что 10 лет назад здесь почти не осталось крупнорогатых. А сейчас уже 19. Последние два года люди стали возвращаться к корням. Помимо КРС, в Горьковке уже 150 поросят, 80 коз и овец, 4000 голов домашней птицы. Уговаривать-то никого не приходится. Наоборот, идут к нам в администрацию с просьбой о помощи, чтобы пригласить на территорию торговать цыплятами и позвонить там где-то, позаботиться и позвонить на нашей птицефабрике Тюменского района, то, чтобы нам привезли вот этих цыплят. И либо просто посоветоваться. Подворье, на котором содержат домашних животных, определить несложно. Ну, во-первых, это запасы корма, а также стайки. Правда, здесь... дома никого нет. А все потому, что в Горьковке это такая особенность. Все владельцы ЛПХ – люди работающие. Почти 70% населения Горьковки и работает, и содержит домашних животных. Семья Дудоладовых. Елена – учитель начальных классов. Александр тоже трудится в школе. В свободное время на хозяйстве. Два года назад начали с одной коровы. Теперь их три. Проблем со сбытом нет. Обеспечивают жители села свежей молочной продукцией. Все фермеры говорят, чтобы заработать, надо больше молока. Вот для этого и было все взято. Сейчас у нас одна корова дойная, у нас все уходит молоком. А так мы реализуем творог, сливки. А теперь в хозяйстве Дудоладовых пополнение. На свет появилась двойня – телочка и бычок. Будут растить. И глядя на них, уже несколько односельчан ближе к весне планируют завести крупнорогатых. И, конечно, птицу. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.